Всем привет! Днепр на связи, 28 июня, 19:15. Друзья, у нас во время сигнала воздушной тревоги 18:25 было сообщение о том, что две ракеты летят в сторону нашего города. Затем прозвучали взрывы, сообщалось предварительно о работе ПВО. В конечном итоге на данный момент имеем повреждение девятиэтажки. Три этажа просто снесло. Огромное количество скорых выехало на место, уже есть видео с места происшествия, скорые продолжают ехать, едут пожарные, но особо такого какого-то пожара я не вижу. Ну вот как бы так, видео уже есть в сети, это центр города, улицу еще не назвали официально, поэтому делать этого не буду, но это просто жесть, что происходит, город погружается в пробки, предварительно есть пострадавшие, о погибших неизвестно. Друзья, кто планирует свой маршрут, старайтесь объезжать центральную часть города любым доступным для вас способом. Там перекрыто электротранспорт, трамваи 5-го маршрута можно не ждать, он не ходит. Вот такие дела, просто кошмар. Вот вам и вечер пятницы, вот вам и день Конституции. Фух. Вот какая-то у меня чуйка и была, что что-то будет происходить. И надо оттуда валить. В общем так, друзья, до нового выхода на связь, то что не сильно я себя хорошо чувствую, надо как-то прийти в себя. Такая вот информация на данный момент.